всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта «Дом-2». Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. В этом выпуске мы расскажем вам, как в Таиланде отдыхает Ксения Бородина и ее муж Курбан Омаров. Ксения в конце декабря родила вторую дочь Тею, а уже в феврале она вернулась на работу в «Дом-2». Раньше у Ксении была традиция непременно улетать в теплые края в январе, но в этом году она перенесла отпуск на март. И, конечно же, отдыхать Ксения полетела не одна, с ней отправились муж Курбан Омаров и дети, дочь Бородиной от первого брака Маруся и сын ее супруга Омар. Они отправились на остров Самуи и разместились на роскошной вилле, где нет никого посторонних. С виллы открывается красивый вид на Сиамский залив, на ней оборудован выход в море, так что, выйдя за двери, можно сразу окунуться прямо в теплую воду Южно-Китайского моря. Особое внимание подписчиков Бородиной привлекло ее фото в купальнике. Поклонники Ксении считают, что она еще не пришла в форму после родов, поэтому не хочет показывать фигуру. Отдых у Ксении проходит замечательно, она не устает одаривать мужа комплиментами. На второй день отпуска Бородина поделилась с фанатами чувствами, которые испытывает к Курбану. Помните в детстве «Игра на доверие»? Закрываешь глаза и падаешь, а тебя ловят. Так вот, с ним я готова играть всю жизнь. Знаю, что поймает. Со звездным семейством также поехали отдыхать их друзья. Подписчиков Бородиной сильно волнует вопрос, взяла ли она с собой маленькую дочку Тею, которой 22 марта исполнилось только 3 месяца. В комментариях под каждым снимком телеведущие непременно появляются сообщения на эту тему, но Ксения предпочитает на них не отвечать. Ксения вообще практически не реагирует на комментарии, так как полностью погружена в отдых. Она даже выкладывает фотографии, часто без подписей. Но очень много фотографирует и снимает на видео ее муж Курбан. Но все-таки в конце отдыха Бородина не выдержала и дала отпор комментаторам. Она заявила, что не нуждается в советах и не следует никому совать нос в ее дела. А младшая дочь Ксении осталась дома в Москве. Она еще мала для перелетов. Врачи не рекомендуют малышам такие долгие путешествия и смену климата. За малышкой присматривает мама Бородиной. А также заботливая Ксения не жалеет денег и наняла сразу двух нянь для своей дочери. Также Бородина имеет возможность наблюдать по видеокамерам за тем, что происходит дома, пока она отдыхает. Своим уединением отдыхающие пользуются сполна. Они на полную громкость включают русские песни, устраивают заплывы в личном бассейне, веселятся и не переживают, что могут кого-то потревожить. Каждый нашел себе развлечение по душе. Дети целыми днями ныряют и плавают, Курбан снимает забавные ролики для блога, а Ксения готовит. Даже в отпуске она стоит у плиты и заботится о том, чтобы никто из ее близких не остался голодным. Видимо, Ксения не доверяет местным поварам, или ей процесс приготовления пищи в радость. Вечерами Бородина и Омаров ходят в рестораны, они ужинают в самых разных заведениях. На этом видео Курбан уговорил Марусю и Омара выбраться из бассейна и отправиться на прогулку по деревне, в которой они остановились. Дети согласились прогуляться только при условии, что получат за это мороженое. Ксения с мужем не теряют времени даром и не ограничиваются пассивным отдыхом на пляже. Курбан решил преподать супруге несколько уроков стрельбы и отправился с Ксюшей в тир. Бородина оказалась не только способной ученицей, но и прирожденным метким стрелком. Но и как все хорошее, их отдых в Таиланде закончился, и скоро мы опять сможем видеть Ксению на телеэкранах. На этом все, спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго!